Так, 46 минут. 38-46 было. По 7 минут. Я не ожидал, что так быстро. Сделал несколько фотографий. Отправил Валентину селфи, так называемые. Видала бы, как он лезет. Так, впереди еще один участочек. Затор небольшой. Так, желтый участок. Джипер полетел. И второй за ним. Ну, удачи вам, ребят. Все равно будем стоять на светофоре. Проедем. Ура! Тут светофора нет. Пропускают. Чайник обо что-то бьется. Так, ну, я считаю, что вот эти остановки, участки, где идет ремонт, мы проехали удачно.
звук. А, это от грузовика.
случае километров 25 до границы. Смешанный лес слева и справа. Шепчет. Видеорегистратор. Что за рыба водится здесь? Вот она. Вот она. Родная. О, блин. Thank you.
Так. Так, ну я пойду засвидетельствую свое присутствие, ну а потом встану в автомобиль и...
Ну что, сделал. Сейчас я гляну настройку, как вроде бы нормально, я имею в виду ракурс, освещенность, экспозицию, все эти. Тонкости съемки. Значит, основную функцию, так, мы пересекли границу, теперь мы предполярье. Граница Забайкальского, граница Заполярья Пройдена. Еще одну монетку, наверное, видели. Как отъезжаю. Ладно, придется еще раз ехать зимой. Было бы неплохо северное сияние заснять. Реальное посмотреть. Я ни разу его не видел. Память дырявая, а? Кто меня гнал, никто не гнал.
вам всем. Ой, ты меня спозиционировал, когда я уже покинул Мурманск. Это на обратном пути. Я уже проехал границу Полярного круга. Вот. Рассчитываю в Медвежьегорске остановиться на ночевку. Осталось 440 километров до Медвежьегорска. Вот. Ну а в Мурманск, что я буду в Мурманске? Надо будет вот фотографии посмотрю, да еще где-нибудь. Так, покрутился немножко по закоулкам. Сделал селфи автомобиля и Стеллы. А, ну я уже отправил тебе это. Интернета вообще никакого нет. Ни мегафона, ни Теле2. На привале, так там вообще такой интернет был, сдохнуть. Ни 4, ни 3G, а какой-то Е. Грузился, грузился, еле-еле Яндекс загрузился и все. Навигатор тоже с ним мучился, пока загрузится. Может быть, там глушилка работала на стоянке, я не знаю. Вот. Я остановился на площади, на стоянке клуба этих стрелков, как их называют, тир. Клуб любителей пострелять. Вот. Потом уже выехал, когда со стоянки интернет стал более-менее ловить. А так нифига. Еще один полярный круг. Это влево нужно ехать. Что там такое, 7 километров, не знаю. Может, гостиница, может быть, еще что-то. Thank you.
двигался, снимал на видеорегистратор Trend Vision из Мурманска, снимая на DataCam. Хочу посмотреть, насколько отличается, есть ли отличие, разница в качестве. Сейчас наговариваю текст, чтобы отправить тебе. Интернета на Теле2 никакого. Вот скопились фотографии там, все это, связи нет. Интернета вернее нет. Но у мегафона показывает мощность сигнала 50%. А у Теле2 вообще ничего нет. Посмотрю еще одну настроечку, как отблески с панели. Ё-моё, с панели приборов отражается на видео или нет? Да, видеорегистратор ушел в аварию, нагрелся чуть-чуть и сразу. Я остудил немножко, сейчас направил струю прохладного воздуха на него. Так, отражение. Отражение бумаги в голубом стекле не вижу, по-моему, хорошо.
Так. Еще минут. Да, капризная вещь. Баловаться с ней никому бы не советовал. Что я еще хотел? Пока остановился. Так, ладно. Запись идет. Пока, по крайней мере, показывает, что идет запись. Направил холодную струю. Так, ладно, стартуем. Вскрытие покажет, как говорится, вечером. Посмотрим. Да пристегиваюсь, ё-моё. Забыл заснять на заднюю камеру свой отъезд от границы. Бог с ним. Сфотографировал. Да нормально все. Так, расход топлива 5,6. Вроде на 357. Движение часов 5 уже. Средняя скорость 57. И запас хода 620 километров. Связи на Теле2 никакой, ни мобильной, ни интернета. Ну, мегафон 50% мощности сигнала. Она автоматически перейдет на левую карту или нужно
куда-то камни, подведи меня. А, рыбаки приехали. Пенсионеры, видать. Сейчас займутся любимым делом. Асфальта снятого и подготовленного для вторичного использования. Интересно, почему регистратор вышел в аварию? Может, нужно было сначала его выключить, снять. От прикуривателя, а потом включить встроенный аккумулятор. Ну, факт есть факт.
чтобы иметь регистратор типа камера с копейкой где-нибудь. Прилепил ее. А по проводам вести запись. Там видео или еще что. Типа разместить на панели приборов. Экран такой нормальных размеров, чтобы видеть то, что снимает камера, и регулировать как яркость экрана, экспозицию, ракурс, так и просматривать в реальном времени саму съемку. Сейчас останавливался, пытался проверить блики от лобового стекла, попадает на видео или нет. 100% не уверен. Хорошие машины, вот разговора даже нет, TrendVision, Datacam, но вот заставляют волноваться. Пути уже пройдено, даже немного больше. До Медвежьегорска остается 477. 4 часа 30 минут. Ну, а уже там, по месту, буду искать стоянку или привал. Даже уже, блин, не знаешь, что забивать поисковик навигатора. Верить или нет этим. Которые вот забиваешь, например, забил я вчера парковку, посмотрел там 3 или 4 штуки, выбрал с хорошим видом, чтобы можно было из автомобиля, например, включить на ночь и снимать ночью. Аппарат заснять. Выбрал и приехал. И что? Какой-то двор, блин. Заранее невозможно. При других условиях можно, конечно, заранее просмотреть, выбрать места для парковки, для привала. А вот в моей ситуации находится в оперативном таком режиме.
все это искать. И заправка. Вчера проезжал, видел, прямо на обводной дороге Роснефть, заправка. Забил в Яндекс.Навигаторе, он мне показал, ну вы видели, наверное, смотрели первую серию, как-то начало видео, то там видно, по каким он меня заковыркам тащил навигатор. Я вообще был, честно говоря, в шоке. Вот ребята на берегу с левой стороны не видно, на регистраторе расположились. Автомобиль поставили, палатку, рыбку ловит, отдыхает. Это отдых, я понимаю. Это уже по мне, скажем так. Не по нутру вот тут я. Организованный отдых, так называемый. Все включено. Ламурные бассейны и так далее. Все это искусство.